Привет всем! Ну что ж, снова у нас небольшой обзор на гигантский пасхальный киндер из Германии, из коллекции Леди Баг и Суперкот. И, к сожалению, в прошлом обзоре, когда три киндера распаковали, маленький, средний, макси и гигантский, не заметила, что прошлогодняя коллекция Леди Баг мне попалась, поскольку не было у меня еще той игрушки. И вот, когда у нас большой обзор вышел с всеми коллекциями, которые вышли в Италии, D13 их вышло, гигантских киндеров в Италии, уже много у нас разных обзоров было, еще будет много. И... заметила, да, что совсем другие коллекции в этом году, но вот снова в немецкий киндер положили старую коллекцию. Сейчас посмотрим, 358 грамм у нас этот гигантский, и надеюсь, что все-таки попадется представитель этой коллекции пасхальной. Да, там нет суперкота на самом деле, там все 4 игрушки, которые в коллекции, они с Леди Баг, можете у нас на канале найти ролик, там все представлены 13 коллекций, которые вышли в Италии, ну и, собственно говоря, по 1-2 в других странах, и надеюсь, что здесь у нас не попадет суперкота, и будет только... Леди Баг, да, вот так выглядит новая коллекция, супер, давайте смотреть. Да, ну и вот отличие у нас попадается в новой коллекции, это карточка такая вот, да, как мы видели уже в гигантских других странах, тоже выходит, выходила эта карточка для Apple ID, да, отсканировать, и тогда живет у нас игрушка, ну вот, не очень мне нравятся такие история с оживлением игрушек, да, было как-то казалось, что интересно, но... В целом, наверное, уже как-то поднадоело. Так, ну что ж, 4 игрушки в коллекции всего. И вот такая вот у нас, да, здесь у нас Леди Баг, как будто какая-то шкатулка, да, попадается. Да, можно, видите, колечко положить. Так, ну давайте посмотрим. В общем, снова качество, как всегда, отличное. Приятно держать в руках. Хорошо сделано. Ну вот даже, наверное... прошлого обзора, прошлогодняя игрушка поинтереснее, потому что там не только Леди Баг, но и Суперкот попался. Так, здесь у нас только Леди Баг, и посмотрим, как вообще, что это у нас за шкатулка такая, как она собирается. Ну, вот здесь зато вместо Суперкота попадается такая вот шкатулка, как она только... А, здесь у нас, там, да, другая деталька попалась. Такая вот шкатулка. И так, есть у нас даже... крышечка у нее получается, да. Так, крышечка такая вот. И как она здесь защелкивается, чтобы ее не сломать. Что-то не очень получается ее одеть. Так, ну вот сама шкатулка как-то выглядит не прям так идеально. Так, в общем, да, что-то она тут у меня разошлась сразу же. Выглядит не идеально, вот самого материала как-то обработка такая какая-то. Не очень получилось. Да, вот так защелкивается. Может быть, конечно, обклеить наклеечками будет лучше. Должны быть наклеечки, да, как будто бы. Да, вот они, конечно, так, целое много-много их наклеечек. Так, когда обклеишь, конечно, будет лучше. И так, по функционалу у нас здесь, собственно говоря, такой вот отсек для шкатулки. И нет, наверное, конечно, лучше бы они положили суперкота. Вот посмотрите обзор, где три гигантских киндера, там Леди Баг даже посимпатичнее, конечно, была вместе с суперкотом. И вот так вот она просто сидит, получается, на своей шкатулке. Ну, можно поставить на стол, хранить что-нибудь. Да, хранить шкатулки, например, какие-нибудь колечки. В общем, вот такая вот гигантский киндер, симпатичный. Кому интересно, как выглядят другие игрушки в коллекции, смотрите обзор, где... да, 13 киндеров гигантских из Италии, там будет картинка со всеми 4 коллекционными игрушками. Ну, просто хотелось вот, хотя бы, да, показать, какая в этом сезоне должна быть Леди Баг, так что ищите, кому не попалась этой карточки, можете смело писать киндеру, что у вас прошлогодняя игрушка попалась, и вот в прошлый раз такое сделал, был у нас обзор на канале, и прислали мне такую целую коробку, тоже снял я, можете посмотреть со всякими там сладостями от киндера, как... да, как такое небольшое извинение за то, что попала старая игрушка. Так что не переживайте, пишите. Вот если в Германии живете без проблем, сразу же прислали вот такую большую коробку со всякими вкуснятинами. И, в общем, такой был обзор, да, на гигантский киндер Леди Баг Суперкот 2021 года, пасхальная коллекция из Германии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и у нас еще будет много новых интересных обзоров. Всем спасибо, пока-пока.